Здесь мы должны расстаться. Почему? В самом сердце видения он управляет всем. Дальше ты пойдешь один. Я вернусь. Удачи, Геральт! Теперь ты понял, что необходимо действовать любой ценой. Геральт, раскрой же глаза! Таких, как ты, отправляют в лечебницу лебеды. Только ты же убежишь. Ты лишь доказываешь мою правоту. Тебе удалось преодолеть ужас, который грозит всему человечеству. Ты выжил. Яков из Альдерсберга, твой сон кончился. Поспеши с объяснением, хотя это уже немногое изменит. Терпение. У тебя еще есть время передумать. Представь себе, тысячи людей, пересекающих ледяную пустыню. Ты смог бы их защитить? Ты и жалкая горстка ведьмаков, которых постоянно гложет сомнение, как Беренгара. Это невозможно. На это способны только старшие братья. Но им нужен достойный лидер. Им нужен ты. У меня к тебе тоже есть предложение. Откажись от своего плана. Отзови мутантов. Сдайся на милость короля. Этим ты спасешь множество жизней. Какая самоуверенность! Я преподам тебе урок. Болезненный урок.
снова встретились, волк. Ты исполнил свое предназначение. Саламандры умирают и скоро превратятся в воспоминания. Саламандры — ничто. Это лишь частица хаоса, инструмент безумца, которого ты только что убил. Твое прошлое, твое предназначение, причины твоего воскрешения — все остается неизвестным. Слова, слова, слова. Ты пытался обмануть судьбу. Ты же давал клятву, забыл? Я здесь, чтобы заставить тебя выполнить обещание. Это какое-то недоразумение. Поразмысли над своими поступками, ведьмак. Я был рядом с тобой, когда ты прибыл в Каэр-Морхен, знаменуя падение крепости. Я наблюдал, как ты вершил свой суд в предместьях, оставляя за собой лишь огонь и пепел. Я шел за тобой в Изиме, когда ты проник в город, словно кинжал в сердце. Ты обвинял невинных людей, рушил их жизни, не обращая внимания ни на что, кроме своей цели. Ты добивался своего любой ценой. Твой ведьмачий меч загубил десятки жизней. Ты бросил золото с Коятаэлем, подстрекая их на новые убийства. Ты покинул Вазиму, оставив за собой хаос, лишь за тем, чтобы разрушить темноводье. Каждое твое решение вело к новым разрушениям. Каждый твой шаг вел к еще большему злу. Как ты себя чувствовал, когда твои друзья-эльфы подожгли Вазиму и начали безжалостно убивать Дойна? Прекрати. Не отрицай, ведьмак. Ты мой величайший слуга, идеальное оружие уничтожения. Куда бы ты ни пошел, повсюду за тобой следуют смерть и хаос. И как ты уже сделал много лет назад, смирись с этим. Не сопротивляйся. И отдай мне еще одного человека, которого ты погубил. Яков из Альдерсберга мой. Ты смеешь противостоять мне? Я чувствую, как ты слабеешь, как силы покидают тебя. Ты ранен. И с каждой каплей крови, что ты теряешь, смерть приближается к тебе. Тебе никогда не победить меня. Отступи! Забирай его. Мне все равно, какая судьба его ждет. Отныне душа Якова из Альдерсберга, которого ты знал под другим именем, принадлежит мне. Выполни свой долг. Жду не дождусь. Этот меч против монстров. Ты очнулся. А я уже начал волноваться.
Где великий магистр? В двух шагах от тебя. Он мертв. Я думал, что и ты тоже. Кончилось, хотя это не был приятный сон. Долго я был без сознания. Довольно долго. Орден полностью разбит, Фольта снова у власти. А я и Вин? Он приглядывал за тобой, но ему пришлось уйти. Фольтест позволит ему скрыться. Без сомнения, это ведь войска нелюди решили исход дела. А как насчет тебя, ты преуспел? Да, я заберу у Альдерсберга последний элемент и закрою эту главу. Ты уже все нашел? Знаешь, что я нашел у великого магистра? Амулет из Двимерита. Тот, что ты дал Альвину? Не знаю. На вид тот же самый, только старее. Такое ощущение, что он несколько лет носил его, не снимая. Может, хранил на память, как чей-то подарок? Может, он защищал его от враждебной магии. А может, помогал подавлять врожденные способности и навязчивые видения. Вряд ли мы когда-нибудь узнаем правду. Неважно. Яков из Альдерсберга, если это его настоящее имя, мертв. Вот и конец этой истории. Что дальше? Ты о чем? Ну, сам посуди. Ты возвратил украденное и отомстил тем, кто причинил тебе боль. Ты занимался политикой и раскрывал заговоры. Ты любил и убивал. Ты прошел длинную дорогу, Геральт. И куда теперь? Только сейчас я чувствую, что для меня начинается новая жизнь. Заново рожден, огнем и кровью крещен. Новая баллада? Слишком пафосно. Жизнь проста, непредсказуема и прекрасна. Я тебя не понимаю. Ты вернулся из загробного мира. Все злодеи мира пытались убить тебя, а теперь ты говоришь мне, что жизнь прекрасна. Что-то заканчивается, что-то начинается. Я возьму последний из украденных секретов, сделаю глубокий вдох и пойду дальше. Тогда удачи тебе в пути. Сражения в Изиме показали, как безумен был Яков из Альдерсберга. Люди перестали доверять членам Ордена, они стали считать их врагами. Фольтест использовал эти настроения, чтобы подавить Орден Пылающей Розы. Зато он простил бунт нелюдям, которые помогли справиться с мятежом Ордена. Во всяком случае, такая версия была оглашена для всеобщего сведения. Однако королевская милость была недолгой, и она не могла остановить презрение и ненависть. Скоро на дорогах вновь появилась команда. Юйвин не признал условий перемирия, а его слава покорителя Ордена привлекла в Скайтаэле отчаянную молодежь. Чародейкам не удалось получить влияние на Фольтеста. Интриганы, которые строили заговоры, пользуясь хаосом войны, тоже проиграли. Со временем все вернулось к норме. Подлецы остались подлецами, а честные люди — честными людьми. Немногие знали, что произошло в те дни на улицах Визимы. Это были те, кого предназначение столкнуло с Геральтом из Ривии. Но они предпочитали молчать. Итак, что случилось с Ведьмаком и как сложилась его судьба? Это уже совершенно другая история. Союзники, не без твоей помощи. Вот тебе золото за твой труд. Ваше Величество. Прощай, король.